Приветствую всех на своем канале. Хочу вам сказать, что бывают неожиданные ситуации даже у опытных цветоводов. Смотрите, что происходит. Орхидея росла, цвела, и вдруг ни с того ни с сего она начала засушивать лист из серединки. Это уже какой-то признак, это нужно разбираться. Сейчас будем доставать эту орхидею из горшка и посмотрим, что с ней происходит. А цвела она замечательно, цветоносы были. Она сначала засушила цветонос, а затем начала резко сушить лист с серединки. Это буквально один день произошел. И сейчас достанем ее с горшочка. Сейчас нужно посмотреть, что происходит с этой орхидеей. Что у нее произошло? Достаем горшочек. Резко при том. Это не было человека дома 2 недели. И смотрите, чуть-чуть подсохли корешочки. А корневая была... Ой, она отвалилась, посмотрите. Полностью отвалилась. Я ее даже не успела вынуть из горшка. Видите, как начинают пропадать орхидеи? Вот эту орхидею будем с вами спасать. Ну, тут мокнущая, гниющая. Смотрите, не знаю, спасу, не спасу. Видите, какое все мокрое. Ой, отвалился. Наверное, нечего спасать. Нет, орхидея пришла в негодность. Видите, полностью. За 2 недели человек потерял свою шикарную орхидею. Я вставлю видео, как она цвела. Что с корневой? Смотрите. Корневая резко пересохла. Все пропало. Шейка почернела. И пошла серая гниль. Смотрите, грибок. Если бы человек был дома, ну, та девочка, которая мне дала орхидею, не хочу назвать имя, может быть, такого бы не было. А так как она стояла на окне, она посадила ее в керамзит. Не знаю, мои все орхидеи любят керамзит. А эта орхидея, видимо, не полюбила керамзит. Цветонос она начала сушить, но она думала, это так, сушит, ничего страшного. И уехала. Налила во второй горшочек вот сюда немножко воды и поместила горшок в горшок. И вот так она оставалась дома. Когда она приехала, увидела, даже не 2 недели, 1,5. Вообще 10 дней орхидеям ничего не должно случиться. Видите, что произошло в течение 10 дней. Она засушила все, что могла, и сгноила. Вот этот грибок ее съел. Он был признак, видите, на листике. Тоже пораженный листик. И этот листик начал желтеть с конца, с серединки. Если он желтеет с конца, то это ничего страшного. Это значит естественный процесс. Орхидейка... Ну, съедает свой листочек для того, чтобы пошли в рост другие. Кормит листочки. А в этом случае, видите, с серединки. Если ваша орхидея начинает желтеть с серединки, обращайте сразу внимание на корневую систему. Вот в этом случае мы потеряли эту орхидею. Это просто выбросить. С этого пучка корней ничего не вырастет. И гниль на лицо. Вот видно. Все. Это выбросить, чтобы не заражать другие орхидеи. Я вот взяла себе в дом. И тоже теперь боюсь, чтобы мои орхидеи не заразились. Вот выбрасываю горшок. Сейчас в кулек замотаю, выброшу. А этот кашпо кипятком обдам. И керамзит тоже обдам кипятком. И можно пользоваться. Это ничего страшного. Если есть у вас препарат от грибков, можно еще обработать препаратом от грибка. Видите? Вот такие ситуации даже бывают у опытных цветоводов. Не обязательно у тех новичков, которые только купили орхидейку. Это случается со всеми. Это орхидеи очень капризные. И за ними нужен уход и уход.
А в следующем видео разберем биглип. Мне тоже принесли. Вот продолжение буду снимать от этого биглипа. Как его спасти? Сейчас я занялась другой орхидейкой, но у меня не удалось ее спасти. Ну ничего, бывает и такие ситуации. Иногда спасаешь, иногда не спасаешь. А следующее видео будет про этот биглипчик. Это растение тоже в плохом состоянии. Посмотрите, поевшиеся листочки. Он черный листочек, сажистый грибок. И будем его спасать. Корневая тоже не в очень хорошем состоянии. Но растение крепкое, листьев много. Оно нигде не желтеет, не дает желтизну. И поэтому есть возможность его спасти. А в основном мои орхидеи растут в керамзите. И им все нравится. Посмотрите, какие корни воздушные. Эта орхидейка вот тоже в керамзите. И вот детку растит. У нее все хорошо. Видите? Это двойные горшки. Тоже расскажу про эти горшки несколько слов. Кому они подходят, кому не подходят. Вообще их называют горшки-убийцы. Но в моем случае это горшок дружеский попался. Хороший. А вот эта орхидея растет и цветет непрерывно. Вот уже цветочек заканчивает свое движение. Это чармер. Она цветет еще до Нового года, начала цвести. И цветет, и цветет. Выпустила один цветонос, засушила, второй цветонос. Вот растет. А здесь я была, случайно поломала цветоносик. Сейчас я вам покажу, в каком месте. Опа, желтый листик. Ну, это отсушивает уже. Тоже нужна ей помощь. Посмотреть, какие у нее состояния, что случилось. Ну, будем наблюдать. Оставайтесь на моем канале. Будем следить и учиться лечить свои орхидеечки. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Еще несколько слов расскажу за ренимашки, какие у них результаты, какие они достигли выращивания корней. Здесь они у меня сидят в тепличке, наращивают корешочки. Это две орхидеечки. Здесь совсем были ужасные дела. Во-первых, листья были совсем вялые вот у этой орхидеечки. А это башмачок. У него тоже ни грамма корней, ничего не было. Но он нарастил все корешочки, и все у них будет хорошо. Но это в следующий раз. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.